Рассказать о современной нефтехимии так, чтобы было понятно любому и взрослому, и школьнику – задача новой экскурсионной программы «Открытый Сибур». Детям вместе с известным химиком Дмитрием Менделеевым предстоит подобрать свой ключик нефтехимии с экскурсией «Менделееву и не снилось». Я увидел какое-то незнакомое слово, да так, четко его увидел, вот как когда-то увидел периодическую систему химических элементов. Да вот же новое слово! Первыми на новом маршруте побывали ученики из Верхней Ремзианской школы. Мы не просто знакомим нашу целевую аудиторию с нашим предприятием, как оно работает, какую продукцию выпускает. Мы, по сути, открываем двери в нефтехимию, открываем двери в нашу экологичность, нашу экологическую составляющую. На сегодняшний день детский туризм – одно из приоритетных направлений развития туризма в городе. Город сейчас прикладывает все усилия совместно с компанией «Сибур» для того, чтобы развивать это направление. Ну и, конечно же, это всегда прекрасно, когда такой промышленный гигант настолько открыт для того, чтобы можно было приехать, показать производство. Тобольские школьники с 2021 года подключены и работают в городском проекте «Бесшовное образование», куда подключены Тобольский многопрофильный техникум и компания «Сибур». Ранняя профориентация – то есть узнать о сложном простыми словами очень помогает нашим ребятишкам в дальнейшем определиться и с профессиями, и вообще узнать мир, в том числе и химии. Дети побывали на смотровой площадке, после юные туристы побывали в центральной операторной, где им доходчиво рассказали о сложных нефтехимических производствах. Я сама мама и очень сильно этим вдохновляюсь, пытаясь объяснить своему ребенку все доступным языком и стараясь как можно больше смотреть на мир с ее точки зрения. Во-вторых, разрабатывая программу для открытого Сибура, я ориентировалась на свое первое впечатление и именно то «вау», которое я произносила в определенных точках своей экскурсии. Именно эти моменты я и хотела передать ребятам. За 9 лет работы программы предприятия посетили более 13,5 тысяч человек со всей России и даже мира. Я узнала, что в Сибуре есть много всего интересного. А что интересного? Костюмы, пластик и много-много всего. В комнате релаксации ребят угостили кислородным коктейлем и показали капсулу для короткого сна. Записаться на экскурсию можно по телефону горячей линии Запсибнефтехима 8 800 301 18 17. Наталья Китова, Рустам Рузеев, Тобольское время.